Семечки Лёва. Для времени любого. Спрашивайте в магазинах города. Шадринск продолжает участие в проекте «Комфортная городская среда», для которого были отобраны 7 дворовых и 5 общественных территорий. В сентябре в переулке Свердловском около здания городской администрации была подготовлена территория для будущих объектов. В октябре они начали появляться на своих местах, а уже 1 ноября состоялось торжественное открытие спортивной игровой площадки. Инициатором этого проекта выступила общественная молодежная палата. Проект был одобрен комиссией и утвержден главой города. Как отмечает председатель молодежной палаты Юлия Зырянова, идею проекта подсказали сами жители. Мы, как члены общественной молодежной палаты, принимали участие в обсуждении дизайн-проектов и несколько раз участвовали в заседаниях рабочей группы, общались также и с жителями, и с местными детьми и молодежью, что бы хотелось им увидеть на данной площадке. Объект состоит из двух частей. Первая – это игровая зона с горками, качелями, песочницей. Во второй расположились спортивные сооружения. Здесь могут играть и заниматься спортом дети разных возрастов. Тендер на строительство этой площадки выиграла компания «Уралгранит». Кроме выполнения основных работ, строители убрали старые деревья и посадили молодые декоративные яблони. Нашей организации было приятно участвовать в таком проекте, потому что этот объект построен для города, для молодежи, для жителей. И хотелось бы, чтобы так же трепетно, как мы его строили, как мы обустраивали его, так же, чтобы население относилось к тем сооружениям, которые находятся на этом объекте. Несмотря на непогоду, здесь уже играют дети и гуляют мамы со своими малышами. Как рассказывают местные жители, когда-то здесь была хорошая площадка, где проходили дворовые турниры по баскетболу. Но со временем она пришла в негодность и заросла травой. Поэтому жители окрестных домов внимательно следили за ходом строительства новой площадки. Мы с большим интересом прочитали объявление, которое повесили на наш дом, что здесь будет построена новая площадка. И я лично вообще внимательно очень наблюдала, как это все происходит. Вот. И теперь вот мы собрались с вами как раз на то, что уже эта площадка построена. Этот комплекс, так сказать, спортивно-игровой закончен. Благоустройство и приведение в порядок дворовых и общественных территорий – важный вопрос, который волнует жителей Шадринска. Партия «Единая Россия» подготовлен проект, который рассчитан на период с 2017 по 2022 годы. Уже в этом году для Курганской области на реализацию проекта «Комфортная городская среда» было выделено 173 миллиона рублей, из них 25 миллионов для города Шадринска. Как считают представители местного отделения партии, новая площадка будет украшением микрорайона и всегда будет востребована. Это еще один шаг на пути к благоустройству города.